Шьем вот такую блузку с двумя защипами из-под кокетки. На спинке кокетка и вот здесь. Все смоделировали, положили на ткань. Вот эта спинка, чтобы сделать отведение на защип, по спинке защип по центру будет. Видите, как положили лекало? Вот так положили лекало. Там кокетку объединили. Положи, пожалуйста, кокеточку, нашу рисуночек. Ага, вот. Видите, как спинка и полочка у нас объединена, кокетка. И еще хотела вам показать вот эти защипы. Одну большую нагрудную выточку мы разбили на две маленьких. И вот так вот их закололи, заложили. А потом я буду отрезать все это вот таким вот образом. Ну, как-то еще так я не работала. Вот. То есть оформляем этот срез при закрытой, отрезали. А теперь смотрите, вот так раскладываем, убираем вот это. Вот что у нас было. Вот так вот мы оформили одну большую выточку в два защипа. И, конечно, обязательно здесь поставлю рассечки. Здесь, здесь, здесь и здесь, вот здесь наверху, чтобы потом перенести это на другую сторону. Там рукавчик и подрезка.